«Все для фронта, все для победы». О том, как и кем создавался виртуальный музей памяти, рассказали старшеклассникам школы наследия. Заместитель директора общеобразовательного учреждения Нина Тульская вместе с другими авторами принимала участие в сборе информации для хранилища. Опытом поделилась с детьми. Была создана инициативная группа. Вот я руководила пятой группой, которая называлась «Живые голоса». Несмотря на то, что сегодня виртуальный музей «Все для фронта, все для победы» насчитывает сотни страниц, ему есть куда расти. Написать историю своего солдата Великой Отечественной войны может каждый житель городского округа. Сейчас, конечно, патриотическое воспитание поднято на такой высокий уровень, и разговоры о важном ввели. Каждый понедельник мы детям это рассказываем, о каких-то важных событиях нашей страны, и участвуем в том числе и в конкурсах, мероприятиях, которые посвящены вот этому направлению работы. По словам педагогов, в последнее время у ребят появился большой интерес к истории государства, которое они познают, начиная с истории собственной семьи.